Под звуки выстрелов начались очередные военно-патриотические сборы. Здесь, в Быковском приходе, это не редкость. Они проводятся постоянно, 4 раза в год, по памятным датам. Этот сентябрьский турнир посвящен памяти Александра Невского и 75-летию Курской битвы. Они торопятся взрослеть, чтобы вовремя взлететь. И вы взлетите, потому что вы имеете опору, основу, с чего взлетите и взлетаете уже. Да и дай Бог, чтобы этому способствовала и погода, и настроение, и ваши физические возможности, а главное – моральные. Русская земля, Божья обитель, бьется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел, не другом твоим. Участие принимают раменские школы, военно-патриотические клубы, церковно-приходские клубы. Вот в данный момент у нас как бы среднее количество набралось 17 команд, 2 лиги, старшие и младшие, и 9 видов военно-прикладных соревнований. Приоритетом у нас с самого начала на этих турнирах являлась и будет являться эта историческая викторина. Тема интеллектуальной части соревнований – эпоха князя Александра Невского и Курская битва. Из традиционных вопросов – православная культура. Основной акцент сборов – это физическая выносливость подрастающего поколения, преодоление полосы препятствий и подготовка к стрельбе. Возраст участников у нас от 10 лет до 17, школьный возраст, но одна команда выступает вне конкурса, это ребятки, которым по 7, по 8 лет. То есть раньше они были у нас под названием «Винегрет», но 2 года они были «Винегретом», их собирали со всех семей, а сейчас это уже полноценная команда, под названием «Победоносец-3». У нас местный клуб, военно-патриотический «Победоносец», из данного прихода выставил аж 3 команды. Военная подготовка необходима для молодого поколения. Настоятель храма Воскресения Христова в поселке Быково отец Олег полностью поддерживает патриотическое воспитание. В детей надо вкладывать доброту и не менее важно укреплять дух. Главное – душа. Значит, во главу угла наших соревнований ставится военно-спортивная историческая викторина. Там они должны проявить себя, потому что иначе они там песню там «Последний вздох», я не помню, как точно, «Последний вздох за Отечество, за Россию», да? А что для тебя Россия? Папа, мама там, школа там, учитель, друзья. Но Россия – это совсем больше. Половина участников – это девочки. Они ни в чем не хотят уступать ребятам. Наравне с ними преодолевают препятствия, разбирают автоматы, стараются попасть в мишень. Так, один нож. Благодаря прихожанам, которые здесь обеспечивают полностью тыл, они кормят, поят, призовой фонд. Регулярно от главы сельского поселения Быково выставляется. Я представляю Раменский казачий хутор и союз десантников. Мы тоже понимаем, что в это вкладываться надо. Очередной турнир пройдет в декабре этого года. Он будет посвящен воинской славе. Андрей Пластунов, Елена Цыганова, Антон Карташов для программы «Городские вести».